Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт выступает за предоставление Украине оборонительного оружия. Об этом она заявила накануне во время встречи с президентом Порошенко. По словам Олбрайт, такое вооружение необходимо стране, чтобы обеспечить свое законное право на самооборону в соответствии с уставом ООН. В свою очередь, президент сообщил американским гостям, что на Донбассе продолжаются провокации боевиков, поэтому он настаивает на сохранении санкций против Москвы до полного выполнения Минских соглашений.